Формирование комфортной городской среды для сельских территорий. По инициативе губернатора Евгения Куйвышева с 2022 года участвовать в региональной программе впервые смогут не только города, но и сельские территории. Финансирование благоустройства мест отдыха для жителей сел, деревень и рабочих поселков возьмут на себя областной и местные бюджеты. Современная инфраструктура для занятий спортом, отдыха и досуга, неоднократно отмечал губернатор, должна стать доступной для каждого уровня. Цитирую. «Принципиально важно, чтобы проекты создания комфортной среды реализовывались не только в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах». Конец цитаты. Стоимость проектов, которые можно будет реализовать при поддержке областного бюджета, составит от 15 до 50 миллионов рублей и будет зависеть от численности жителей той или иной территории. 16 декабря предложение главы Среднего Урала о предоставлении на эти цели субсидий из областного бюджета поддержал и закрепил своим постановлением областной кабинет министров. Средства на благоустройство будут предоставляться на основании конкурсного отбора муниципальных заявок. Чтобы их получить, администрация городских округов необходимо будет включить соответствующее мероприятие в муниципальную программу формирования комфортной городской среды и предусмотреть долевое софинансирование из местного бюджета, а также предоставить в региональный МинЖКХ разработанный в соответствии с установленными требованиями дизайн-проект. Новоуральский городской округ включает в себя несколько сельских населенных пунктов, в которых зарегистрированы 3000 человек. Это жители села Тарасково, поселка Мурзинка, деревень Польники, Починок, Елани. Напомним, в рамках муниципальных и региональных программ там строят новые многоквартирные дома для расселения из ветхого жилья, открывают современные пристройки к школам в Тарасково и Польниках, обновляют освещение, идет газификация территорий. Теперь перед сельчанами открываются новые перспективы для обустройства и обновления общественных территорий и мест массового отдыха.